Традиционно каждое время года юидовцы школы-интернат номер 11 ОАО РЖД посещают детские сады в своем микрорайоне. Так, в один из своих визитов юидовцы провели для дошколят интересное мероприятие. Шагая по дороге, за улицей следи, и только там, где можно, ее переходи. Помните, дети, игра на дороге каждого может оставить без ноги. И покататься, побегать тогда вам уже будет никогда. Мы за здоровье, мы за счастье, мы против боли и несчастья, за трезвый разум, за ясность мысли, за детство, юность, за радость жизни. Руководитель отряда юидовцев Елена Зырянова вместе с детьми подготовила театрализованное занятие конструирования с участием Бабы-Яги, которую дети очень полюбили. Неправильно переходите дорогу. В рамках театрализованного занятия воспитанники детского сада и юидовцы вместе с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Светланой Шараповой с удовольствием учили Бабу-Ягу, как не попасть в ловушку на дороге. На красный сигнал светофора чего делаем? Стоим! Стоим! Я показываю красный, вы стоите. На желтый сигнал что делаем? Такие пружиночки делаем. Если бы я показала зеленый, что делаем? Шагаем. Шагаем. Приготовились? В ходе мероприятия его участники постарались сделать коллективную работу «Наша улица». Каждая команда строила дома, конструировала транспорт, создавала пешеходов и изготавливала светофор. Все эти предметы устанавливались на макете. При этом нельзя было создавать аварийных ситуаций. Необходимо было ориентироваться в пространстве. Знакомство со сказочным персонажем, а также все, что происходило во время театрализованного занятия, надолго останется в памяти воспитанников детского сада. Ведь во время игры дети получили массу положительных эмоций и хорошего настроения. И самое главное, те необходимые для безопасного поведения на дороге знания.